Марафон чемпионатов продолжился в кинологическом центре. Монопородный чемпионат собрал наших лучших друзей. На этот раз в нем приняли участие немецкие овчарки. На соревнования приехали около 40 сильнейших спортсменов из Москвы, Подмосковья, Тулы, Орла и Твери. За люберцы выступили 4 воспитанника клуба «Новый легион». Собаки выполняют различные команды проводника. Они должны показать весь норматив. Это изменение позиций, сидеть, лежать, стоять на расстоянии примерно 25 метров от проводника. Возвращение к вещи, команда места, апортировка. Собака должна прибежать, принести движение рядом и прохождение по снарядам. Не очень многие справляются достаточно успешно. Вот, это очень хороший опыт. Четвероногие спортсмены выступали в нескольких категориях. В каждой номинации предусмотрено 3 призовых места. Для победителей и участников организаторы и спонсоры чемпионата подготовили кубки, памятные медали и призы.